descendo a pisadinha com o dedinho na boca. Ô oh, pisa, ô oh, pisadinha, pisa, ô oh, pisadinha. Pisadinha, ô oh, pisa no meu coração novinho. Ô oh, pisa, ô oh, pisadinha, pisa, ô oh, pisadinha, pisa, ô oh, pisadinha. Потом кто-то говорит, что я что-то придумываю у себя в роликах. Прям вообще я сказочница. И прям вообще я, блядь, придумываю все. А мне придумывать нечего. У меня кошаки дома. Они везде скачут и все ломают. Что мне придумывать? Только начала, только полы помыла. Они даже еще высохнуть не успели. В некоторых местах не успели. Только помыла. Там свои... Нет, помыла, протерла. Там в своей комнате. Я не знаю, зачем надо было сюда прыгать. Что здесь было забыто? Я без понятия. Сейчас Софья должна прийти. Что я делаю? Естественно, я убираю. Когда я шторы сниму? У меня времени шторы снять нет. Здесь я закрою, девчонки, потому что у меня ветер слишком летит. И только здесь помоешь. Потому что я коту эстету открывала. Только здесь помоешь. Раз, кто-то куда-то прыгнул, и все. Я имею в виду на окошко, и все попадало. И все надуло. Сейчас придет, ей тут надо кошку забрать у меня. Сейчас пойду это все выкину, здесь протру. Не знаю, как у вас, у меня не получается один раз убирать. Так, это что, это выкидывать все. Закройся, это все. Так, я должна говорить с вами сейчас. Это Сашке тоже выслали. Подожди. Поздоровайся. 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 Всем привет. Кто меня смотрит, теперь будет позав. Подожди. Я не знаю, кто написал. Я видела вчера. Подожди, потом. Да, не пьешь. Я там, у меня на Инстаграме есть. 10 фоллеров. У меня есть 10 фоллеров. Всего 10 человек, говорит, подписаны. Да, на меня все ее чело сегу. 15 персон, а мне сегу 10 персон. Как если ее Инстаграм не нужно. Ну да, она говорит, я его больше не... Потому что тогда, когда на нее написали просто... гадости, да. Не, ну, нужно, но не мне сервит, сумма. Я больше... Я только там смотрю. Ну, смотрю кого-то, да. Ну, не фашу. Вчера мне написали на итальянский букв. Да это Селена или Маргарита? Нет, да, подожди, тогда. Мама. Там его номер телефона стоит. Да, порнографику, а? Аспекта, там мне написали, а, это твой папа, на итальянский. И потом написали на мой мальчик, да? И мальчику тоже. Подожди, почему я там сделала, ну не отвечала, ну подожди. Я там посмотрела, что мне написали, фото, insomma, che scritto. Я, loro, questo profilo te riuscì bene, non mi ha mandato richiesta, non mi ne sdela la mamma amicizia, non mi ha fatto amicizia, mi ha solo scritto. Ты еще профиль открыл, спега. Ну, закрытый профиль у тебя, да. Она мне не сделала фолловер. Да, то есть на тебя не подписались. Почему просто... она знает, что я не отчету? Потому что я знаю, что я не приму ее. Тогда она знает, что она уже меня сделала фолловер, что она знает, что я не отчету. Да, и там, короче, было написано, что, да, что Макс, столько-то ему лет. Там, кстати, ошиблись. Ему не 40 сей. Это мне 40 сей, он меня на 3 года старше. И написали, что он ищет женщину для развлечения, что он очень... А ты вот редурла, коза скрыта сула фото, но... Глупости, мама. Ну, глупости. Что он ищет женщину, что он молодой, активный, ищет женщину для сексуальных потех, гулять с ней, выходить, ногти не поломать. Нет. Ну, и потом я там заблокировала, но я там мне позвонила, я была в шоке. Почему всегда мне... Ну, потому вот что это... звезда потом, ты у нас. Как ты знаешь, если ты меня не сегуешь, как ты знаешь, что у меня есть мальчик, называется вот так, что у меня есть папа, вот так, что там вот это сито. Это тогда ты там написано такое сито, что ты видела первое. Потом ты знаешь, кто я и как называется мой мальчик, почему. Ему там сделали реквесту. Он мне показал субито. Его попросили добавить друзьям. Да. А я там заблокировала все, я говорила. И он мне сказал вот так. София! Какие туфельки? 39-е. Так а где мои джинсовые? Что ты буфали джинсы? Так принеси мне их. Ну, подожди. Я себе взяла, мне нечем ходить. А носки куда зимние? Вон носки скупила. У меня нет носки. Ага, кабра, не стану. Это будет моя. Подожди. Нет, Софи, дай я одену. Подожди. Дай я одену. Мама, не фай парлари. Он мне сказал, не переживай, не думай, вот это...
женщины нормальные, я ему говорю, да, но у меня, кажется, еще твари тут вида. Вот этой, да все, не затягивай, не надо затягивать. Подожди, мам. Так не туда его девки, да. Лена мне написывает, да. И он говорит, ну они там видеозные, почему они знают, не знаю, я забыл раз все. Я думаю, вот это. Сережа, у вас, наверное, есть Сережа, Лена, привет, Лена. Сережа, наверное, у вас эта женщина. Да, я померю. Бамбино. Но человек не антерафарит. Нет детей, мужей, да, сидят. Да, тогда они пишут, почему женщины какие хорошие, какие интеллигентные, они не идут. Там написано открой, на моем пожалуйста. Профиле, что ты знаешь, что у меня есть 10 подписок, а потом ты на моем мальчике. У вас нет ничего делать, почему я не делаю вот это? Не кричи там окна открыто. Почему я не делаю? Почему? А потом я вообще там не отвечаю никогда. Там еще написали, что у меня есть мама вот так. Что слушай, я померила кваранта 40, у меня был большой. А 39 хорошо. Только не пьяный. Ну у тебя вообще хорошо, да, твой разный, да, на тебя прямо, на меня впритык. Ты до 21 или 20? 30. Мама, говори на... 30. Она меня просит деньги, она... Давай хочет, 30, что я дам. Я тебе подарила шашки вчера. А потом шашки. Еще тебе принесла сережки. Кстати, мне ходить не в чем. Мне в эти, которые ты мне сказала мама. Купить, я видела... Которые ты мне сказала купить. У меня в них нога жарко, воняет. Слышь, ноги. Мам, тебя любишь твоя дочка? Да. Оставляй, я видела на видео, что ты пригласила Саше кофту, что ты кабинка. Какую Саша кофту? А, ну, медичек. Это следочки, потому что у меня в тех ноги это, дай мне, да я одену. Нет, давай ты я кушать. Нет, так у меня болит. Слышь, эти уже поломанные тебе будут давать. Где они поломанные? Зачем ты их поломала? Они стоят 100 евро. Потому что жарко в них. Слышь, мама. На. Молодец. Давай, 20 центичинку. Ты дашь 5 евро? Нет, ты мне сказала 20. Давай, давай 100. Нет, давай 25, нормально все. Давай 25. Только давай сразу, ты меня обманула. Ты мне сказала, вот эти ты мне за них деньги отдашь, не отдала. Давай. Да, за 10 евро я тебе должна давать деньги. Да, ты мне сказала, так ты же сказала. Когда ты мне отдавай подарки, что-то я тебе не делаю. А мне не надо делать, я подарки делаю, когда у меня есть возможность. Когда нет возможности, я не делаю. Дай мне 25 евро. Мам, потом... Нет, ты мне сейчас дашь, чтобы я видела. Мам, давай тебе тут. Мам, нет. Подожди, у меня какой есть... тебе... Не, сейчас упадет все, не открывай. Мам, подожди. Завтра тебе они будут... же поломанные эти? Нет, но, они но просто что инвернали. Ты для вашу клиенту, или регалу де нову. Кеми, я тут ли воле бутай, или мне тут сам приквиз. Сними эти носки зимние. Одень вот эти, вот эти одень. Бен, мы стали для этого. Ну, а фурси, я там помню старый грамм, никто не хочет или дело. Так подожди, они только новые, это 39-й, какой тебе гранды на тебя? Машенька. Не трогай, не трогай, не трогай, пьют воду. Почему? Не трогай. Слышь, одень вот эти. Иди сюда. Ты видела эту фотку, где я как терминатор там в этом фильме? А, си, а потом мама мила его кустофильм. Мам, померись ли? Положи, 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 это не туда, это не это для ТикТока, положи. Слышь, ты твою ТикТока, мам, подари мне что ли, это как бабки. Да, да, это да. Это как бабки, когда я буду старой. Положи, буду, положи, да? Положи. Мама, оставляй меня покой. Следочки. Слышь, баста. Кусок за, а? Это мое, 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 не трожь, не трожь. Ты капуга, все твое. Да почему здесь капуга? Сердце. Ладно, дай мне ботинки, я одену, пойдем. Мама, пожалуйста, дай мне, мам, болит сердце, мам. Мам, давай, давай. На. Дура, ботинки выпачкаешь, встань. Они ж розовенькие. Хочешь, я тебе черные потом возьму? Нет, мам. Дай я розовенький ой, одену. Ой, болит сердце сейчас. Дай я одену. Ты капуга, я вообще тебе не буду подарить больше ничего. А я не о чем ходить. А где мои джинсовые? Мам, давай мне, пожалуйста, кальсиники и рончелок. Вот эти вот я у купила с рядочки. Мам, а у меня других нету, я еще не покупала носки. Я вчера там, ты мутанты, а кальсини, но... У меня тоже все с Парижского. Я потом поеду мутанты, ты плейбоишь. Все, вот так вот. Там были черные, тебе, наверное, черные понравятся. Я их со сконтом взяла, София. Мам, посмотри, тут... Сережа. Но не с контаты. Идем, Софи, закрывай мам, воду. Я хочу, пожалуйста, открывать вот это, что я жду на 2 дня. Мама, ты узи моя, бот тебе это регал. Я еще некогда была, Софи, я работаю. Некогда было, некогда. Я полы только, вот ты пришла и только закончила полы. Мама, я могу сделать новую иду на персонаж, у меня скрипту на коза. Не надо, не надо, не говори, не трогай их, пусть пишут. Ты же сама сказала, делать нечего. Да, я хочу говорить у на коза. Не надо. Мама. Ну пусть занимаются, они тебя любят, и поэтому живут твоей жизнью. Молодец, София. Живут твоей жизнью, пусть живут. Мачин тряпка, дентро, почему на прога?
Я смотрю на тебе мои носки, носочки мои на тебе. А я носки ищу по всей квартире. Нет, хорошо, пусть будет. 39-й немножко прям вот впритык они. Ну, посмотрим, может, разношу. Ну, они будут красивые. Вот так. Красиво. Questo per telefono. Non penso che mi devi ordinare un'altra perlina. Che sono molto piccoline. Ti vedi, хорошо? Un po', no, ci vedo male da vicino, da lontano ci vedo bene. Ну, будет красиво, да. Ну все, закрывай. Думаю. Мама, идем, guarda, идем. Guarda mio occhiali. Guarda bene i miei occhiali. Qui davanti mi va via il colore. У меня сейчас нету денег, Софи. Мама, non ci vedo, ti giuro, quando sono da vicino, quando io guardo sto così, tipo che guardo cose da libro, anche così, mi viene un mal di testa che non ci vedo da vicino. E что надо сделать? Niente, мама, da vicino non vedo, da lontano vedo. Давай сделаем, пойдем анализы сдадим. No, basta con tuo analisi. Ну, еще раз сколько. Так, девчонки, что у меня? У меня рыба и спиначи. У Софии эстатета, не пиво, от какой вы все время пишете. У Софии котлеты, картошка. Ну, одно и то же всегда беру, да? Тебе нравится здесь картошка, да? Но, между гвесто. Они с этим, мясные. Угу, мясо. Рыба немножко вот это у нее суховатая получается. Но я не хочу ничего тяжелого кидать. В желудок, я же ведь молодец. У меня же диета. Там видно, кто-то заказывал у нее коцы, мужчина-женщина, может, свидание назначила ей. Взрослые. Нет, рыба не воняет. Коцы, да. Потому что у нее в продаже, то есть у нее можно, допустим, вы заказали у нее там, типа, там, что вы придете. Она хорошо, они вкусно готовят. Они все сами делают. С утра встают и... Дай мне скетчики. Ай. Спасибо. Сегодня обед, и на сегодня классно стирать что-нибудь. Девочки сказали, что ты кушаешь, как я. Мам, мне пофиг. Так я красиво кушаю, аккуратненько. Нет, я больше, чем я кушаю. Больше? И красиво я. Блин, надо было взять у нее масло. Олью. Вставать не хочу. Мало масла. Ты хочешь сходить за маслом? Да. Надо говорить, пожалуйста. Видите, какой. Ты знаешь, что Сашу в школе побили? А что ты смеешься? Ну, она, я знаю, что она... Не трещи. Поцарапали ей горло. Вчера. Бедненько, Саша. Говорю, Саша, ты хоть один раз попала, ты хоть один раз дала? Она говорит, да. Ты мои сережки забыла, забрала? А зачем ты не сказала, что ты взяла? Tu mi hai dato un mese fa, due settimane fa. Ma nessuno nicomu ne davala. Ti mi davala o ti viene tu per memoria? Io ti ho scattato la booty black e ho detto, ah, è vero. Mamma, non ci credo che non è vero. Spinaci bomba. Mamma, io non è vero, sto... E poi dopo l'ho detto, ma che avresti dicendo che non vedi niente? Mamma, io ho avuto capelli glucosi. Как моя мама не оставляет мне кушать спокойно. Что вы делаете? Что вы кушаете? Она идет, он будет нервничать, что она очень толстая. Что ты говоришь? Нет, мама, она не верит, что она пикала. Да. Это какие-то?
Я ей сказала, что ты хотя бы один раз попала. Мама, она я, ты испугалась, она говорит да. Она говорит, сердце колотилось. Наверное, выглядай по кому-то. Я говорю, ты подружка вот эта ее. Ну и вот ты пьюделей. После того, как меня казал. Матильде. Мою веру. Ну, Матильде, после того, как меня казал. Да, София. Мама, ты не видела, она вообще тупая. И серьезно, мама, она когда говорила со мной, была тупая. А я теперь буду в школу, я буду давать подзад, подожди. Я тебе не ори, там, ты думаешь, что ты говоришь? А что, трогать сестра, ты буду, а ты должна говорить. А почему он тут здесь учится? Сами разберутся, потому что там ветер. Да, она, я должна бить, подожди. Они уже решили проблему, не надо никуда звонить. Нелли, подожди. Кому ты звонишь? Александр. Почему ты Магали не поймешь сердце? Опять пойдешь в трибунал, хочешь пойти? Ну, я еще не пошла. А ты даже надо позвонить. Мама. Я разговаривала с мамой. И что не сказала? Мне очень жалко. Мне очень жаль, у дочки сейчас очень тяжелый период. Да, она была здесь на дома, кушала здесь, разговаривала со мной, все, и говорила глупости мне. Я хочешь буду говорить, что она мне сказала? Нет. Так, Сашка с нами не захотела идти. София домой пошла. Что-то пришло на почту. Что пришло мне? Пришел, кстати, газ 200 с чем-то. Январь и февраль, по-моему. Не знаю, какая-то реклама, наверное. Мое. Немножко в 39-м как-то не это. Не знаю, если не продырявится. Это, ну так они смотрятся хорошо, розовенькие. Черные самые вроде такие симпатичные. Говорят, Марина, с тебя переводчик. Девочки, он так быстро этот продюсер. Он не продюсер. Ну ладно, продюсер, он так быстро говорил. Понимаете, он работает на телевидении, у него такой запас слов, которые я вообще в обиходе не использую. Более я его просила. Говорю, иди по Нину возьми. Я его тем более просила, говорю, не говори вот это слишком там это. Потому что, говорю, я не переведу. Ну да. Но он, ох, я такая, девочки, страшно, потому что я уставшая эмоционально. Вот чао! Девочки, мы вот тут. Устала. Мне сейчас велосипеды везти. Повезешь со мной велосипеды до палитры? Ты в школу будешь брать велик? Си. Он сказал до палитры сегодня прийти. Grazie. Пойдешь со мной? Non lo so. Я тоже хочу, блин, просто, я даже согреться как-то, я эмоционально устала. Я очень сильно устала эмоционально. Ой. Не то, что эмоционально, как вам сказать, я много очень отдала энергии, а брать-то ее где-то надо и голову помыть, волосы. Я же ее отдала, где-то же ее надо у кого-то взять, где-то же у кого ее взять? У карлика по телефону? О, или у детей. Просто хочется лечь, молчать. Я всегда, когда у меня упадок сил, ну это я так можно назвать, да? То всегда вот такое вот состояние, что есть, молчать, спать. Эмоции. Где мы берем эмоции? Глаза аж закрываются. Вот как это объяснить? Это никак не объяснить. Нет, велик надо сегодня отвезти. Надо через силу сегодня. Надо через силу встать и велик отвезти. Через силу. Вот как получится, так и получится. Как получится, так и делать. Через силу все. Все, ну по сарам. Мир это надо. Если нету жизни личной, значит, хватит быть приличной. Значит, хватит быть приличной. Надо срочно что-то менять. И будет круто. Если не хватает счастья и мужского в нем участия, надо превратиться в рыбку, чтобы смог тебя он поймать. И будет круто.